Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о кухонной плите Gefest PG612004. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Газовые плиты Gefest модельного ряда PG612004 изготовлены из стали и имеют такую же варочную поверхность. Плита Gefest PG612004 проста в управлении и обслуживании. Устройство можно использовать даже на дачном участке, где отсутствует газоснабжение. Достаточно подключить к ней баллон с пропаном. Эмалированный фасад и стеклянная крышка стола. Классический дизайн прекрасно сочетается с техническим оснащением и безопасностью. В нижней части плиты расположен хозшкафчик, предназначенный для хранения кухонной посуды и принадлежностей. Духовка полезным объемом 52 литра имеет проволочные направляющие для противня и жаровни и гриль-горелку. Кнопка освещения духовки дает возможность наблюдать за приготовлением пищи, не открывая дверцу. Конфорки варочной поверхности разного диаметра и мощности. Две стандартные дополнены большой и мощной, а еще есть экономичная с маленьким диаметром. Пользоваться можно посудой практически любого размера. Сами конфорки надежно защищены составными чугунными решетками, а задняя стенка не пачкается брызгами масла и жидкости благодаря крышке. Все горелки разжигаются нажатием и поворотом ручки управления конфорки. Также происходит электроподжиг духовки. Возле каждой ручки крана схематически изображена управляемая им горелка. Для удобства использования плита оснащена электронным таймером. Об окончании выставленного времени напомнит звуковым сигналом. Конфорки рабочего стола и духовка оснащены электроподжигом и системой газконтроля, перекрывающим подачу газа при угасании пламени. Нагрев термостатированный, достаточно выставить один раз желаемую температуру, и она будет поддерживаться. Плита предназначена для установки на полу. Установка плиты на подставку не допускается. Плиту нельзя устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева. Ключевые преимущества. Чугунные решетки. Электророзжиг. Газконтроль. Таймер электронный многофункциональный. Гриль. Вертел с электроприводом. Шашлычница. Подсветка духовки. Съемные проволочные направляющие духовки. Выдвижной ящик для посуды и принадлежностей. Ножки регулировочные. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Долго зажигается. Слабые скобы крепления для мяса на вертеле. Температура духовки не совпадает. Газ выходит с шумом. Теперь речь пойдет о положительных. Функционал, комплектация. Внешний вид. Большая площадь варочной поверхности. Конфорки разного размера. Можно поставить очень маленькое пламя. Таймер с автоматическим отключением. Подсветка духовки с двух сторон. Выпечка не пригорает и не сохнет. Ящик для хранения посуды выдвигается. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».